Он снял повязку с моих глаз. Ты увидела его лицо? Я бы хотел поговорить о том времени, когда вы служили лакеем у лорда Мархема. Помните девушку-служанку леди Мархем, Сару О'Брайен? Да? Ей отказали вместе у леди Мархем. Возможно? Вы знаете почему? Нет. А что с ней случилось потом? Знаю. Она покончила жизнь самоубийством. Об этом писали в газетах и судачили слуги. У вас есть предположение, почему она так поступила? Нет. У него в руках была пара чулок. Один из них он обернул вокруг моей шеи и завязал. Я не думаю, что... Другой чулок он засунул мне в рот. Достаточно, не так ли? Почему вы оставили службу у лорда Мархема? Мне предложили место у герцога Нарбора. Я согласился. Как герцог обратил на вас внимание? Я встречал герцога Нарбора, сопровождая лорда Мархема. И вы ему приглянулись? Я не знаю. Или герцогине? Вы прислуживаете герцогине, верно? Да, Холмс, верно. Это пустяк, но, обращаясь ко мне, называйте меня мистер Холмс. Иначе, учитывая мою работу, я был бы на короткой ноге с половиной преступников Лондона. Да, мистер Холмс, я служу герцогине. Он показал мне одежду, которую приготовил для меня, и говорил, как я буду в ней прекрасна. Он начал меня раздевать и снял с меня платье. Я стояла, он встал передо мной на колени, снял с меня туфли и... Мне кажется, пора остановиться. Он держал туфли в руках, гладил их, целовал. Вы знаете магазин Билни? Там шьют туфли и сапоги. Нет. Там работала Сара О'Брайен после увольнения. Да? Где ее светлость покупает обувь? У Калстока на Пикадилли. Где у ее туфли застежка? Сзади, спереди, сбоку? Спереди. Он закатал мои чулки к лодыжкам, поцеловал мои пальцы, схватил чулок зубами и стащил его. Так он снял левый, а потом правый. Внезапно он рассвирепел, начал кричать на меня. Вытащил меня из комнаты, протащил вниз по лестнице и выкинул на улицу. Чулок остался у меня во рту. Я начала задыхаться. Встаньте, пожалуйста. Будьте так добры, поставить сюда ногу. Спасибо. Вы очень любезны. Я попрошу полицейских взять у вас отпечатки пальцев. Уже брали. Но у нас возникли проблемы. Надо сделать это еще раз. Надеюсь, возражений нет? Нет? Хорошо. Ждите здесь.